Ну, мы наводники Я. будем высадку палить, предположительно, Да, либо вот западнее базы. я вот что предлагаю. Нам, в принципе, не разбегаться. В А? принципе, тут прятаться некуда, все равно, в пустыне. А нам нужно будет смотреть направление, сейчас нарисую. Тут низина здесь такая, ложбинка. А ее Это видно раз. будет? С этого, да, видно. Там вот тогда в прошлый раз Гонзо с Крабом, по-моему, стояли в Я Лизбонце. понял. Они Да, стояли я к нему. вспомнил, Я фигура лица. подошел. Правда, я подошел между этим постом и ими и морду выстрелил из АПГшки. Не в Little Bird могут сесть? У них с миниганами, без полок. Но у них чинук целый. Это раз, Гранатомета два. я плохо стреляю, я дам кому-нибудь на старте. Кто это сказал? Я, Это Пипикс. Пипикс. А И что за два, это гранатомет? восточное направление побережья. Тоже очень опасно. Но я думаю, мы оттуда увидим, как они, по крайней мере, с противоположного берега пойдут. Пипикс, ты То чё? есть... Что? Так можно вообще саппорт. Чё? Ты можешь, в принципе, мне отдать гранатомет. Ну я говорю на старте кому-нибудь, я просто его скину и заберите, кто хочет. Да, я заберу. Вот основные линии нарисовал, которые нужно смотреть. Направления. То есть север, восток и юго-запад. А сам запад, там в принципе равнина, ее можно посматривать, на ней будет видно все замечательно. Если они по тому направлению... Мы просто шли в прошлый раз, я эту местность с этого западного направления очень хорошо запомнил. Там реально узкая местность, ну, с перепадами небольшими, конечно. Но сверху можно увидеть. Нас просто не увидели из-за того, что никто в эту сторону вообще не смотрит. Давайте частоты уж. Ну, с одной будет. Сдвиги. Гонзо, ты недалеко поехал, наводники? Назад. Ну, мне кажется, они слишком близко и высаживаться не будут. Нам-то приехать дело 3 минут. Ну тебе да, лучше рядом не окучиваться, либо сидеть там внутри и изнутри отстреливать, либо уехать далеко, просто потом приехать на, как говорится, на зов. Ну да. Так, вижу на фактурке эту прабу. Все хорошо. Это и так, бро. Ты улетел? А я понял. Кабур. Город Кабур. Фаш Кабур. Фуш Кабур. Вот сюда. Заметили выставку обработки? Заметил. Понял. На понял. Юго-востоке еще наблюдает. Заметил. Водник заметил. Высадку заметил. Водник. Обрабатываю. Так, вижу себя на юго-востоке еще наблюдает. Не раскладываться? Раскладывать. А что делать? Ну, раскладывать. На юго-востоке ушло. От брока... Ну давай раскладывать. Что. Стреляю. На юге от меня. Нет, на запад. Метку поставили приблизительно. А у тебя чинук на юге, да? Да, у меня он летит на запад. На югу. А, вижу. Тоже. А на базе Зуха, бей по ним. Зухи, бейте. 200 направления. Главное не подпустить, чтобы он с минигана не мог отрабатывать. Остальные не заняты на технике, по сторонам смотрите пехотку. Меня больше Литл. Литл, да. У него шпатуры, да, сковочные? Вроде бы да. Бонзай, я не знаю, что там давал. Я просто ограничение на экипаж убрал. Мы там обстреляли несколько пехотинцев, сейчас попытаемся через север обойти их. А, то есть там именно высадка произошла, да? Я вертолет летит конкретно не видел, но видел где-то 3-4 пехотинца там и, кажется, с драконами были. Понял, хорошо. Принял. Короче, наш водник докладывает, что у них была высадка на севере. Видно, отрабатывайте, наверное. Направление 120, бейте. Короткими очередями, длинными не надо. Потихоньку, чтобы он так спокойно не было. Попал!
Один раз не это. Падает? Да. Где, где, где? Где пехота? Левее, левее бери. Прием. Может, на авторотации, нет? Поставил мед. Принято. Слышу стрельбу на 340. Воевода воюет. А, вижу, чинок. Чинок сделал. Чинок сделал. Дальше, дальше, дальше. Больше дальности. Кто стреляет в воевода? Мою в гору. Факторки на атаке достигал. Дальность? Я сидел на факторке. Во-во-во-во. Вот там мы на трассе прилетели. Там чинок сел. На 20, чья метку тыкнул? Воевода, шеф. Воевода убили. Откуда? А, нет, нет. Блин, этого нигде не видно. Что-то пипик стоит, взял. Да, у него что-то какие-то проблемы. Вообще такого надо, надо. А, вон я вижу. А, смотри, виду пехотку. Паш, можешь вижу. Можно... Да, 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 давай. Спасибо, вот на пехотку. Ноль. На берегу, что ли? Там дым прям, да. На гребне, левее от воды. Дальность 1280. Да, а, мам, вы... ДШК пустой, ё-моё. Была ВЗУшка на той стороне. Вверх, по берегу. Да, по берегу один бежит. Сейчас я ДШКшку перетащу с южного направления. Как он вышел, а у него попал. Бел, дымах еще живой. На степь. Вот там и дальше еще. Он на данной дороге стоит. 80. Это страйкер. Он разлажит, раскладывать обе. Нормально. Он в этом. На 100 в городе. Я просто не хочу вылазить это за укрытие. Ждите, когда будет удачно. Да, блин, да, он лагает, он на 110 дальше едет. Он далеко, он далеко. У тебя метка не упустит. И метка зеленая, брок дальше. Живый есть? Прием, да? Вот поставил. Да, вижу. Это же какой-то пиксель хантинг. Ну вот, ага. Что меня спалили. Ну, брок, ну. Откуда тебя там бьют? А, страйкер плохой стреляет. Погружаю. На 10 там еще пех лежит. 1400 расстояние. На 10 там. Ориентиры, ориентиры. Ну, вот куда стреляли, а, возле вижу, реки. Вижу, вижу. Дальше чуть-чуть.
Возле входа, короче, здесь стоит еще ДШКшка, если что, заметьте. Я пойду по бинокль посмотрю. Бро, страйкер куда поехал? Возле реки, возле реки чувак стоит. Да, бьют по нему, правильно? Не знаю, вроде попал. Так, в городе страйкер не напоминаю. Так, еще одного вижу кого-то. Пойду посмотрю, может, склоняю. О, бьет. Он встает, ложится. Брок, на связи? На связи. Выше, бери, выше бери. Где там этот страйкер твой? Не наблюдаю. Гонза живой? Гонза, прием. Да-да-да, живы, живы. Понял. Ключи у него тратить. Вижу один внизу. Внизу? Один, короче, вообще внизу. А, 30 камня. А, близко, да? Да, вообще внизу. Метр и это, метр 500. Вижу. Понял. Окружаю, короче, пушку вправо. Давай. Там же, куда вы били, на берегу чувак, он опять встает, ложится. Да. Вы его не выбите, он в низине, естественно. Да, да, что да, сделать? Да. Вижу, да, чувак, это за камнем. Я, наверное, сейчас на эту гору поеду. Ну, как, давай. Ты на западе где-то, 2 километрах от базы. Зушку буксировать чем-то можно, которая стационарная? Прагу загрузить. А, стационарная? Нет. Мне кажется, что страйкер нас обижает. Обходит? Мне так кажется. Да, я тоже об этом думал. Но кто по югу, вот тому первому вдоль берега идет к нам приближает. Это ж близко? Да далеко. Зачем? Там мне это хрена. Пулемет у нас по ПКМ есть какой-нибудь там, не знаю. Брок живой? Да, живой, передвигается в северо-запад в своей метке. На бункера. Давай. 161-й шту, западнее база. О, как? Бежит, бежит, бежит. Убили. Ёмно. Побегал. Зачем он побежал? Я не знаю, зачем побежал. Сидел бы там и сидел. Ой. А, труп вижу. А где их техника, кстати? Я что-то не выкупаю. А вот. Вижу, как труп потихоньку как-то слазит, не знаю. В смысле? Труп слазит? Я выйду. Я выйду на восток склон смотрю, конечно. Он полз, полз. Я понял. Думаю, чего он шевелит труп? Да нифига я не труп.
Руби, ты бы отошел, а то я в забор бывает попадаю. Да сейчас. Какие-то на обходу у них. А там контр жив вообще? Да, вроде говорил уже. А юг тут смотрит у нас? Гонза, ты еще жив? Живы, да, мы тут смотрели, наверное, делать. Пол стороны, два или три дракона уничтожили. И заметили этот страйкер, но он уехал с метки к вам. Принял. Короче, он говорит, что там пол стороны не смаслили. Страйкер заметили, но он куда-то уехал. Не, ну страйкер-то мы тут видели. Севере, водник. Водник наш. Нет. Это водник наш. А мы же его захватили, нет? Нет, наш. Только что с ним поговорил. Опа, труба по нему, труба. Гонз, по тебе труба. Гонза, там твоя пехота впереди. Да, что-то по нам летит, трубы какие-то прилетели. Куда я стреляю, там вот враг по воднику нашу стреляет. Просто с противоположной стороны, то есть скрытый от нас, да? Да, там за горой. Ну, север, ровный север. Может, они вообще про Литву Бёрд забыли? Ну, к воднику 1950 метров. Гонза жив? Да, жив. Бежи. Да, бежит, я вижу его. Входят на... 770 метров. А. 340 там понесено, смотри. Смотрите, северо-запад. Там ДШК поставьте, не знаю. По берегу, что ли? Нет, 340, обходит там. Он высунулся. Не вижу, азимут. 346. Снимите уже. Все, спрятался. За горой, да? Да, за горой. Ну, ДШК на том направлении есть сейчас, я не... Давайте притащить надо к нему заветы. Они есть? Ну, лежали в этих картах. Это ж город? Да. Да, держали в ящиках. Привет. Сейчас тогда надо на базу зайти. Они с нами играют. Разводят на выстрел. Здесь тут много еще. Может, он проверяет, смотрим мы в его сторону или нет. Если мы не стреляем, он... еще один к камням спускается. У берега. По мне попал? Да, по нам стреляют. Я ранен. Ух ты, блин. Снайпер, что ли? Охреново. Сейчас тащу скорость заряда. Какой там?
Вот Чапек стреляет на... На 330 получается. Он сейчас стоит. Ну все. Воу. Это а перелет пех, что это? Это тот пех, который на 330. Он опять спрятался. Что там, котлета какая-то? Да не, обычно, я не знаю, калашик или ММ-ка. Тащу заряды, корм. Сейчас, короче, без изнанку падал, сейчас перевяжусь. По воде один идет. А дым кто кинул? Нет, правее дыма, вот это враг его тут. Правее дым, там вот и в конце. Внизу, короче, на... здесь. У нас медики там есть? Неизвестно. Походу нету. Понял. Какой плохой снайпер? Больно. Вот это не снайпер, мне кажется, просто шальная пуля. Шальная, он по мне потом пытался добить. Литушка, литушка. Азимут. Литл. Север, север. Складываем. Я на западе от базы. Кун за вертолет север. Летит на запад. А, метки можно на вертолет? Не знаю. Отрабатывает по бою. Бьют по нему. Кунза? Гонза? По-моему, водник мобиля. Да, по-моему, да. Так, смотрите, он может быть еще целый. Надо либо его грохнуть. Гонза, прием. Да, он не отвечает. Либо его грохнуть, либо его проверять, когда к нему кто-то подходит. Азим, на водник можно? 322 градуса, 1680 да. метров. Принято. Ну мне там не видно. Я попробую скорость его спалить, можно же? Идите, Литл. А нет, я вижу его. А зимут на Литл. 3000 сколько? 1685 метров. Ага, я вижу Литл. У меня сейчас за этим слепой зоне. Лучше Литлом занимайся, я корду. Этим водником. Чуть-чуть не попал. Чуть-чуть дальше. Да-да-да. Там по колесам. Да, и хватит. Пеху воды, пеху воды. Чуть дальше. Точно больше. Убил. Там не стреляют. Откуда он бьет? Где-то с 300, я не знаю. Может, к деревьям перебежал? Может. Водник, походу, выбили, да. Я думаю, это я уничтожу его, да? Да. Стоит, вижу. Спасибо. Вот дурачок, когда я сижу в этом в стационаре, кручусь, по мне не попасть. Да он, по-моему, по мне стрелял. Подавляет. Наверное, да. Не могу вычислить его никак. Сейчас тогда выйду, бинокль посмотрю. Втором? Можно попробовать, если у нас лишнее. У нас их два. А водников тоже? Страйкеров? Да. Вижу, вижу, нашел этого пеха. 298 азимут, 680 метров расстояние. Короче, азимут 300, 680 метров. Да, понял. Вон он катается, вообще, можно его сейчас легко шлепнуть. Он если встанет, вот он бежит.
Да вот же, вот стреляйте, лёг. Что, работаешь? Он на склоне, да? Да, бежит на 300 азимут. 750 метров. Вообще не вижу. 297 азимут. Вижу. Лагает, зараза. Да, да, его ты пэхнуло. 800 метров. Сейчас ДШК включу. Пусть ЗОшка отработает, она должна его в принципе видеть, или нет? Толкать придется туда. Полчаса. А он к забору, короче, бежит. А, сейчас его. Чуть правее. А ЗОшка под огнем, короче, которая пушка. Ну это по тебе стреляет. Очень далеко, он тебя не должен убить. Сэмки. Ты можешь по нему убить. Чуть дальше, 860 метров. 890. Че ты, Паша, да? Пацаны, не надо, пощадите, пощадите. А, на своего да погиб. Это все ясно. Это свой был? Не-не, это не свой. Сейчас зуб, сейчас. Да не надо, пацаны, вы че? У вас там много осталось? Вы чё такие злые-то, а? Да, нас много, нас миллиард. Да подзуха, подожди, не хватит, не надо. Скажите, Зухи, не стрелять. У меня Зуха, патроны давай, закончились. Давай. У меня патроны закончились, пацаны. Всё. Может, в заложники его возьмём? Сдавайся. Всё, ему хана. Литл, следите за Литлом. Я вообще не вижу, где он. Ну он на севере последний раз тусил. Ну вот там, смотрите, там последний раз я видел. Вижу ли... 330. Как за этот ход будет делать, скажите? А, все. Последний, блин. Не знаю, что это было круто. Просто минус...